хорошая новость для пропагандистской книги времен Первой мировой войны. «Те, с кем мы воюем». Замечательный исторический сборник текстов 1915 года. Собрано больше половины средств. Так что мы пересекли экватор, и я надеюсь, мы доплывем. Потому что книга по-настоящему может быть интересной. Это образцы пропагандистской литературы времен Первой мировой. Это интересно и с литературной, и с исторической, и, я бы сказал, с нравоучительной точки зрения. Полезно знать, как нас разводили век назад. Книга «Те, с кем мы воюем» на планете.ру.